Привет, мир! Вот мы в предыдущем видео хвастались. Ну как хвастались? Мы показывали, что у нас солнышко, у нас снег растаял. А в комментариях нам люди пишут, как так-то, что у вас за область? У нас там снега по колено. Вот, пожалуйста, снег выпал. Правда, не по колено, но все же выпал. На улице погода такая нерабочая. Солнышко, я думаю, сегодня не выйдет. Вот, но не отменяет это наших дел. Вчера вот я поставил стекло в нашу беседку. Конечно же, сегодня, наверное, я вернусь к нашему дивану в нашей беседке. Многие ждут, что мы все-таки сделаем. Обратили внимание на то, что высота здесь большая, ну, много слишком. То есть стандартная высота табуретки 450 мм, здесь у меня 500, плюс еще поролон должен был быть. Поэтому рекомендовали, и, скорее всего, я вот эти вот бруски убирать буду. И просто укладывать фанеру вот на вот эти бруски горизонтальные. Кстати, писали также под тем же видео по поводу этого диванчика, вот в отношении вот этих спинок. Они не будут такие высокие. То есть, скорее всего, это еще чуть-чуть опустится, и они будут где-то... И они будут где-то миллиметров 400. То есть, вот где-то вот так вот. Так что пойду покормлю животных и буду приступать к каким-нибудь делам. Короче, первым делом я буду сейчас закруглять края фанеры со всех сторон, для того, чтобы в дальнейшем обивка не перетиралась об острые края. То есть закруглю, сейчас отшлифую, где заусенцы есть со всех сторон. Вот. Потом буду крепить бруски с этой стороны, чтобы не ходила фанера туда-сюда. Вот, к примеру, как вот здесь я сделал, начал. То есть вот они стоят. Я вот здесь уже шлифовать начал. Вот так вот стоит фанера, она никуда не денется. Соответственно, нужно всю фанеру также оббить брусочками снизу. И вот. И будет хорошо. Потом будем мерить поролон. Итак, крепление брусков 250 мм внизу фанеры выглядит вот таким образом. Асимметрично все это. Сейчас объясню почему. То есть, если мы вот так вот ставим ее, один брусок у нас... Блин. Один брусок у нас заходит сюда, а второй вот здесь. Вот, с этой стороны брусок не дает в ту сторону перемещаться фанере. А с этой стороны в эту сторону. Вот таким образом, в принципе, все остальные фанеры будут сделаны. У нас не бывает без косяков. Изначально я выбирал поролон белый, которого была толщина в магазине, было указано 10 сантиметров. Ну вот, но после прочтения многих отзывов по поводу его жесткости, решил взять вот такой вот супер жесткий розовый. Тоже было написано 10, но когда я его заказал, после того, как я его забрал, выяснилось, что он 10 миллиметров. Ну, в итоге мы решили его оставить, потому что он пожестче, чем белый, и даже в два слоя, в принципе, он на сидушках хорошо себя чувствует. То есть, в принципе, мы на него садились, попробовали, так что оставляем его. Непонятно, опять пошел то ли снег, то ли дождь. Снег с дождем. Короче, мы разобрались с поролоном на диван, 20 миллиметров оставляем. Обшивку также мы купили, когда ездили в город, потом покажем. Ну, в принципе, все, можно приступать к работе.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. О, кошка за нами бежит. Кошка. Не беги за нами, мы далеко идем. На школу ходишь. Мы, короче, идем в школу, в садик. А завтра мы пешком. Пешком идем, да. Не, у нас просто машина стоит там, мы сюда не смогли проехать, здесь каша. Вот, потому что дождь шел, потом снег вот сейчас выпал. Короче, погода такая. Обратно возвращается к нам зима. Я даже не знала, что у тебя камера есть. Да ладно, у меня камера есть. Кошка, ты до сих пор бежишь? Кошка у нас тоже есть. Смотри, сколько снега выпало. Угу. Аккуратно, давайте обойдем, здесь лужа большая. Такое ощущение, что зима уже опять наступила. Зима наступила, да. Вот так вот, теперь и у нас скоро будет снега по колено. Можно снеговиков лепить? Не, кошку не надо брать. Короче, у нас... Ой, блин, я в лужу наступил. 3-4 дня. Такая погода. А потом будет плюсовая температура, плюс 15. Оставайся здесь. Все, мы пошли. Все. Мы пошли. Да, я знаю. Все, иди. Иди домой, не ходи за нами. Все. Неужто этот ветер несет нам сильную жару? Я уже раздеваться начал, думаю, солнышко жарко. Весна, да. Хорошо, потому что что-то как-то вроде была весна, тепло, уже травка полезла и снег выпал. Но он уже почти растаял, но он есть еще кое-где. Я сейчас просто хочу воды набрать, потом пойдем протестим то, что мы вчера сделали в беседке. Конечно, надо продолжать это дело. Мимо льешь. В пустыне меня бы за это, наверное, казнили давно. Ну да. Ой, опять мимо. Два раза казнили. Ну это все ветер виноват. И косые руки, да? Это я не говорила, ты сам сказал. У нас там на соседнем дереве этот, как его там? Дятел. Дятел? Спятил. Дятел спятил. Пробная партия его. Мы сделали сюда вчера вечером сидушку и вот сюда. Сейчас я ее принесу, поставлю. Короче, у нас, так как поролона мало было, мы сделали вот такую маленькую сидушку. Нормально, в принципе. Ноги не висят, все удобно, мягко. Ну давай еще вот эту вот штуку сюда. Чтобы лечь, да? Подошла, все. Не, ну подошла она вроде вот здесь еще под опустится. Короче, у нас это как эксперимент, но в принципе как эксперимент неплохо получается. Ну да. Нормально. Валя выражает мысли намного лучше, чем я. Я думаю, что ты меня сюда посадил. Надо. Так, что я хочу сказать? Отличненько. Изначально Тёма хотел сюда купить поролон, который на 100 миллиметров, это то есть 10 сантиметров. Ну, я уже сказал, что накосячил маленечко, что с размерами, конечно, я... Что я хочу сказать? Хорошо, что ты накосячил. Ну, не без этого. Без отрицательного опыта тоже не очень получается все. Нет, ну и мы сначала, конечно, расстроились, но сейчас хорошо, потому что, смотрите, вот я сижу абсолютно нормально, ноги дотягиваются до пола, вот эта вот толщина вот этой, как это называется? Поролон вот этот, 20 миллиметров. Абсолютно хватает, абсолютно. И если я иду вот сюда вот до стенки, ну, правда, здесь еще спинка будет. Чуть подальше, да, получается. Немного ноги висят, но это мне нормально. Я же не буду здесь так за столом сидеть. У меня они не висят. Расслабился, у тебя не висят. У меня все отлично. В общем, продолжаем делать вот эту вот штуку и обтягивать. Ее на самом деле не так сложно, так что сейчас покажем. Я вот подготовил поролон с этой стороны. Сейчас я его приклею к фанере. Ага. И будем обивать уже ближе к вечеру, наверное. Наверное. Я что хотела еще сказать. Нам там в комментариях написали, что очень жаль, что вы не предусмотрели высоту окон и высоту спинок, когда строили беседку. Когда мы строили беседку, вы помните, откуда у нас эти окна? Кто нас смотрит, давно не помнит. Поэтому мы здесь делали из того, что было. Вот, поэтому... Они слишком большие, поэтому опускать их и выше поднимать, ну, вообще не было вариантов. Да. А со спинками будет классно. А Тёма поставил сюда спинку, которая будет здесь. Вот она еще будет допиливаться вот сюда. Вот. Получается, у нас спинка закрывает окна не так много.
Так что вот я меряюсь здесь, все. Она даже на четверть их не закрывает, так что все отлично. Да, все будет хорошо. Так, давай катается, тебе бы... Кать, не такой толстый, надо еще раскатывать. Мы, короче, решили вечером сделать пирожки. Катя тут первая решила раскатать вон. Вообще-то а то мы все резко похудели, особенно Артем Андреевич, чтобы лишние килограммы не избрасывать. Это надо пирожки. А, это Катя худеет резко. Надо срочные пирожки. Раскатывай еще больше, ну и потом накладывать рис. У нас пирожки с начинкой, советской начинкой, короче. Рис, яйцо и лук. Подожди, рис, яйцо и лук. Правильно сказал-то? Да. Вот так. Сейчас. И будет у нас с яблочным повидлом. Валя, это повидло? Да, наверное, что-то яблочное. Натуральное причем, это наши яблоки. Это... Короче, мы уже делали пирожки. У нас пирожки были с капустой, да, Кать? Угу. С рисом, с луком и яйцами. И еще и какие картошкой. Были? А, и с картошкой, и с мясом были. А решили сделать сладкие. Короче, ладно, давай я тебе помогу. А когда мы делали остальные сладкие, папа туда клюкву добавил. А теперь он узнал то, что невкусно. Да, они невкусные были, они подгорели. А до этого папа не знал, что это невкусно? Да я знал, что... Да я думал, что они вкусные будут, ну что? А потом... Я надеялся. А потом ты сказал то, что больше не будешь такие. Конечно, будем делать вон с вареникой. Вон, вон, сладкие будут пирожки. А так? Ну еще. Я все. Короче, мастер-класс от Кати. Давай попробуй его закрыть, как я делаю. Как чебурек, короче. Пирожок, как чебурек будет. Так, сейчас Соня придет, будет помогать. А у нее нормально получается. Чупореп. Соня решила прийти на помощь Кате. Чупореп сделан. Вы что-то как-то отстаете. Да, у меня там уже все пожарится, какая-то чупорепс сделан. Чупорепс? Ты посмотри, какая здесь дырень, какая чупорепс, здесь у тебя вылетит. Короче, дети, это хорошо, но давайте Артем Андреевич помогать. А то сейчас Катя тебе чупорепсов здесь наделает. На палочке чупорепсов. Чупорепс. На, вот, Катя, чупорепс тебе нам на пирожок. А его можно тестом обволочь вот так вот и пожарить. Артем Андреевич, там давай попробуем. Этикетка. Ой, снимите, правда? Нет, там пластмассина, там нельзя. Так не, попробуй. Конфетки можно сделать. Точно. Помнишь, как ты рассказывала, тебе бабушка сделала? Точно, делала? Карамельки. Попробуем. У меня получается, да. Вы мои хозяюшки, прям все. Пирожки – это всегда эксперименты. Ага. Соня говорит, чебурек получается. Шоколадку положу. Так, у Сони с яблочным вареньем, у Кати хрис, как Катя говорит, не рис, а хрис, с яйцом и зеленью. И а шоколадка. Ты не показала, какую там конфетку ты запихала? Вот она. Я же пришла с ним, ну, целую покажи. Ну, вот, пожалуйста. Ну, ты слишком много туда взял, он целую конфетину. Ну, и ладно. Ну, я попробую, можно? Ты одну делаешь, ее я пробовать буду. Смотри на Катю. Лучше четыре сделать. Точно. Точно. Чтобы все было по одному. Так это тебе, Тёма, получилось просто комок теста. Как ты его облили со всех сторон? Все, давай, это когда готово будет, тогда вот. Вот тебе комок. Ладно, я пошла жарить тогда. Что, как, Соня? Ну вы посмотрите, какие все это так креативно. У одной пельмень, у Кати что, не чебурек, а что у него было? Я забыла уже. Ладно, не важно. Чупорекс. 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 Да. Пельмень, чупорекс. Да, очень креативные люди у нас. Пирожки очень нестандартные, необычные. Это манс с повидлом, что ли? Ладно, я пошла жарить это дело. Пошла. Все, не балуйся. Пап, дай шоколадку еще, пожалуйста. Нет, хватит. Катя хочет одну в тесто, два в рот. Нет, хватит. Так, осталось только разобраться, какой... С чем? Пирожок, в смысле? Катя самая хитрая, она сразу взяла себе шоколад. Ну вот, как раз попробует. Будет он там жидкий, нет? Твердый? Аккуратно, там варенье, да? Да, это варенье. Аккуратно, шоколад может быть внутри горячий. А ну-ка. Ой, он так растаял. Хочешь заснять это дело? В общем, вот они, пирожочки, ты их можешь заснять. Здесь первая партия, и я поставила в тарелочку отдельно, чтобы она стыла. А здесь вторая партия горячая еще. Ага, ну с шоколадом надо попробовать. Дай, Катянечка, вот с шоколадом. Вот с шоколадом, а внутри все растаяло. И это вкус из детства точно. У Сони с чем попался? С повидлом. С повидлом, хорошо. А мне с чем попадется? Ну, давай.
Ладно, ладно, бегом подкрепляемся, потом нам еще эти подушки доделывать. Да, вот тебе пирожочки, держи, пожалуйста. О, я уже чувствую. Все, ладно. Приятного аппетита. Приятного аппетита. А ты пока сын? Нет. Это первая партия. Вот здесь вот можно взять, они просто горяченькие. Тогда нет, сначала с рисом. С рисом, точно. Ой, как он. С этой стороны подавится, а это уже важно. Ага, тут у нас не, тут не ложитесь на него. У нас вызвались кучу помощников нам помочь. А получается, мы с тобой сейчас быстренько должны справиться. Ну, после пирожков-то я думаю, что у всех силы есть. Угу. Катя, у тебя есть две силы? Две силы? Почему две силы? Ну, на всякий случай. А, одна была, да? Да. Соня, у тебя три есть? А у меня есть 10. Кто сколько пирожков съел, столько и сил у них, да? Соня. Нет, у меня. А я за 10 лет накопилась. Да. Ой, а моя коробка с семенами, вот, ее мне надо сюда обязательно. Нет, надо сначала здесь разобраться, потом семена. У меня Подождите, а ну-ка все. Так, а ну-ка все стали, взялись за дело. Папа там пытается что-то сделать, а они как настоящие девчонки разлеглись, да. Все. Короче, пошли помогать. Да, делать надо быстрее и все. И спать. Да, 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 идем. У нас остались самые стойкие работники. У нас уже 12 час ночи. Соня ушла спать. А Катя говорит, что хочет нам помогать. А что ты, Катя, спать не идешь? Я не хочу. Катя не хочет. В садике выспалась. Да, пап, у меня в садике бессонница была. А как это в садике бессонница? Ты весь обед не спала? А если воспитатель мешает спать, это бессонница? Как она мешает тебе спать-то? Она наоборот, Катя говорит, сказки не там читала. А, правда, сейчас воспитателя нету, они были, нянечка там была, да? Да, но они говорят громко. Все, бедная Катя. В общем, мы хотели показать, как мы пришиваем вот эти вот штуки. Будем показывать-то? Ну вот я же сделаю, что вот сюда вот будет крепиться, не крепиться, это здесь полк специально, да, чтобы потом еще спинка легла. Да, это что? Задняя спинка, а потом с этой стороны будем закреплять. Угу. Вот с этой стороны. Ну, давай быстренько я покажу. Вот как Катя делает. Только вот эту вот штуку мы вот так вот загибаем. Вот. Вдвойне. Вдвойне загибаем. Подожди, Катяночка. И Тёма делает скобу. Какого она размера? Как она называется? Десятка. Десяткой. Можно меньше, я просто не помню, есть они вообще меньше или нет. Угу. Вот. Ой, какая она. Кончилась. Какая она шумная вообще, у вас аж вообще шумная. Кончилась, потому что. А-а-а. Ну да, давай так. Глубже вот так ножницы. Подальше ножницы. Вот так вот. Еще дальше. Вот. Как настоящий портной. Поворачиваю вот так вот. Давай, давай, давай. Подожди, не так. Да, ты так рвешь, а не режешь. Подожди, как. Надо глубже. Так вот. Еще дальше. Давай я сама. Не сдается эта ткань, Катя. Угу. Все, ура. Папа отошел. Чуть быстрее. В меня не воткнул. Ну, папа. Катя, молодец опять. Молодец. Вот такая вот папа. Красота получается. Это наш дивантик. 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 Дивантик будет на беседке. Все, как видите, ничего сложного абсолютно. Со всех сторон обшиваем, Катя, подожди. Углы вот так вот делаем. Ой, вот так вот. Но только одной рукой некрасиво делаем вот здесь вот это вот сгиб. Катяночка, подожди, убери ручку. Вот этот вот угол делаем покрасивше. Я там сейчас будет срезка такая неудобная, потому что я сказала слово, которое меня могут понять неправильно. В общем, с цеплером так вот чик-чик и готово. Ничего сложного. Все, мы продолжаем. Можно себе палец приклеить. Нет, нельзя. Короче, сегодня до 6 утра мы должны закончить. Чего? Завтра уже закончим. Всем спокойной ночи, покажем завтра готовый результат. Да, Катя? Давай, если ты положишь камеру, мы быстрее закончим. А, ну да, все. Куда, сюда положить?